Магомед, во-первых, позвольте себя поздравить не просто с золотом, а с классной, уверенной борьбой в финале. Спасибо большое всем. Ну да, долго шел к этому. Первый раз борюсь на Европе. Ну, хотелось бы выиграть. И оправдал, наверное, надежды всех, кто болеет, переживает за меня. Более чем. Скорость решила? Ну, не знаю. Может, он чуть побольше гонял. У меня недовес был, поэтому чуть свежий вышел. И так получилось. То есть второй период решил? Ну, я готовился, чтобы 6 минут побороться. Такого не было, что второй период, первый период. До конца, думаю, поборюсь. У нас давно такого не было в вольной борьбе. Да, поэтому меня мотивировал именно это место. Кого бы ты хотел поблагодарить из белорусских специалистов? Всех тренеров. Они проделали отличную работу, и мы прошли хороший сбор, готовились. Всем массажистам, работникам, всему рабочему персоналу, а также и своим спарринг-партнерам, братьям всем.